Crash Bandits, AM Fish и Pigeon Simulator – это три прототипа, выпущенные Bossa Games, с целью дать общественности возможность решить, какую из трех игр превратить в полноценную игру. Опробовать эти замечательные игры можно будет в рамках проекта Bossa Presents, предназначенный для знакомства с прототипами игр, находящихся в разработке от студии Bossa. Это ваш шанс помочь разработчикам придать этим играм их окончательную форму. Все три игры будут доступны для бесплатной загрузки на официальном сайте. Ссылку я оставлю внизу под видео. Что ж, перейдем к самим играм. И первая из них — это Crash Bandits. Crash Bandits – это многопользовательская безумная игра, основанная на физике для 2-4 игроков, которая соперничает команды, состоящие из лисов. Игроки едут по городу и пытаются схватить мешки с мусором и выбросить их в мусоровоз. Физически выбрасывать мусор в грузовики может быть немного сложно, и часто вы можете в конечном итоге бросить себя. Да, и это гонка на время. Чтобы собрать как можно больше мусора, забейте мусоровоз под завязку, садитесь за руль и мчитесь до следующей точки быстрее всех, чтобы оставить конкурентов с носом. AM Fish – это игра для одного игрока, которая по сути является духовным преемником AM Bread. Вы управляете маленькой золотой рыбкой, которая пытается вернуться в океан. Вам предстоит провести золотую рыбку через серию разнообразных ловушек, интересных и сложных испытаний и невзгод на пути к океану. Будучи рыбой, вы не можете выжить без воды, поэтому вы должны попытаться перевернуть свою чашу золотой рыбкой или другую емкость для воды и аккуратно в городских условиях доставить рыбку с точки А в точку Б. Это довольно сложно, так как вы не контролируете чашу с водой, вы контролируете рыбу, которая движется внутри чаши. Но как только вы начнете разбираться с физикой игры, это станет очень весело и легко. Pigeon Simulator – это симулятор голубя, позволяющий устроить пернатый террор в ничего не подозревающем городе. С арсеналом взрывоопасного птичьего помета наготове вы будете чинить бесчинство и обстреливать людей в Pigeon Simulator. В одиночку или в компании друзей вы должны завоевать город, обсирая район за районом. Вы будете воровать еду, творить хаос, вить гнезда, чтобы взрастить новое поколение и продолжить терроризировать город. AM Fish, пожалуй, самая изысканная и забавная игра из трех прототипов, но у каждой из игры есть свои плюсы, и все они содержат приятную смесь юмора и основаны на физике бойни. Посмотрите, какой прототип игры вам нравится больше всего, и проголосуйте, чтобы превратить ее в полноценную игру. Заряжайтесь оптимизмом и хорошим настроением, а мы будем держать вас в курсе игровых новинок, ведь все интересно на канале Я Геймер.